Привет! Помнишь, у меня была свинка-копилка? Вот такая мы собирали. И вот год назад она у меня собралась. Вот нас собирали. А теперь она собралась полная. И я ее сегодня открыла, сходила в магазин и купила, па-бам! Набор свинья Фамилис. Унесли по волосам и ее, ну, инструменты парикмахерской. О, посмотрите, нарисовано здесь. Можно вот так сделать с ней. Смотрите, вот тут можно ей вот так сделать, а вот можно вот так ее с ней. А, забыла вам показать. Вот тут вот салон красоты у нее есть. Тут девочка, и она, ну, это ее дочка. И она делает ей прически в парикмахерской. Это только другой набор. Это другой набор. Вот, смотрите, что... Вот у нас здесь пони. Давайте сначала ее открепим. Надо вот тут закреплена ее тележка была. Такая тележка. Так она может ее держать. Так, теперь вот ее. Вытаскиваем. Ну и так, по-моему, мы можем. Я могу вытащить. Вот мы открыли. Вот такой передний ящик здесь есть. Вот фен. Вот это выпрямитель для волос. Вот так он открывается, закрывается, оказалось. Даже прям хочется ей так сделать. Вот ножницы. Чик-чик. Вот они двигаются. Смотрите. Вот тут он. Вот так. А этот вот так легко. Вот ободок, такой вот красивенький. Вот тут вот расческа, чтобы ее причесывать. Зеркало. Вот зеркало. Вот эта заколка бантик, я сейчас вам покажу. Она вот так открывается и закрывается ее можно. И есть еще вот вторая такая. Вот еще, чтобы попрыгать. Она не двигается. Это краска для волос. Вот тут есть такая вот маленькая кисточка.
Вот тут есть вот такой подносик небольшой. Вот смотрите, он вот так выставляется в тележку. Ну, у нас есть еще и вот это. Такого же цвета. Значит, оно где-то тоже будет здесь. Скорее всего, вот где-то так, чтобы ее можно было закрепить. Я думаю, что она вот так крепится. Давайте разложим это на всякий случай, чтобы все лежало на местах. Вот это шампунь. Это лак для волос. А вот это такой кувшинчик. В него можно налить воду и, думаю, вымыть голову в салоне красоты. Вот этот ободок ей мал. Маме мал вот этой. Мал. Это для какой-то дочки. Мама зовут Серафина. У нее две дочки. Дочек зовут Салли и Джой. У меня дочек пока нет. Но ободок для дочки уже есть. Ободок прямо не на большой палец. У Серафины парикмахерская. В деревне Sylvanian Families. Недавно она себе покрасила волосы, часть волос фиолетовый цвет. Вот, посмотрите, такой нежно было. Вот тут нежный. И нежный. Всем очень нравится. Она обычно ножницы держит в своем карманчике, а щипцы в руке. А все остальное у нее хранится на тележке. Вот зеркало внизу. Вот тут шампунь, лак и брызгалка. Вот тут кисточка, вот лак для волос. Вот тут тот кувшинчик и фен вот тут, тут расчетка. И пока у нас нету дочки ее, вот ободок будет лежать вот тут. Наверное, дочка забыла, когда ей делали прическу. Серафина больше всего знает, кому какой стиль прическа подходит в деревне. И когда к ней приходят, чтобы постричь, чтобы она их постригла, она все время у них спрашивает, как вас постричь. А ей отвечают, как вы порекомендуете. И она всегда делает, чтобы кожа и волосы выглядели бы замечательно. Пока у нас других с волосами нет, поэтому Донна будет парикмахер. А Серафина будет клиент. В следующий раз переодену их и покажу. Пока, до новых встреч!